Здравствуйте, дорогие друзья. Московская компания Boombox. Я Черепков Кирилл, мои коллеги Дмитрий Серов и Влад Баракин. Представляем тарелки из сплава B20 турецкой компании Босфорус. Серия Traditional. Сегодня мы представляем тарелки весовой категории Medium Thin и Medium. Начнем наш небольшой обзор с тарелок Crash. Тарелка Босфорус Traditional Series Crash 16 дюймов Medium Thin. Мягкие палки. Тарелка Босфорус Crash традиционной серии Traditional 17 дюймов, вес Medium Thin. Тарелка Right серия Traditional, размер 22 дюйма, вес Medium Thin. Тарелка Right фирмы Босфорус, серия Traditional, размер 21 дюйм, вес Medium. Тарелки Hi-Hat серии Traditional, вес Medium Thin или по новой классификации Bright, размер 14 дюймов.
Дорогие друзья, представляем вам наших музыкантов, наших тестеров. Влад Баракин, Дмитрий Серов и Кирилл Черепков. Мы хотели бы сказать несколько слов или каких-то личных впечатлений о тарелках Босфорус. Так или иначе, мы связаны с ними в разной музыке, оркестровой, ансамблевой, в музыке в группах. Вот. И, пожалуй, начнем, Влад, с тебя. Пожалуйста. Спасибо. Я с Босфорусом уже 7 лет. Вот. У меня серия Crash It Traditional, Ride New Orleans, Head New Orleans. С момента приобретения этих тарелок у меня добавилось работы. Серьезно, добавилось достаточно работы в небольших клубах и на большой сцене также. Тарелки позволяют контролировать звучание, игру барабанщика в помещении и прекрасно ложатся в микс на большой сцене. Я их впервые услышал в 2004 году на блюзовом фестивале у одного известного американского исполнителя, заинтересовался ими и приобрел, и очень доволен инструментом. У меня пока одна только тарелка Босфорус, антик Райт. Собираюсь приобрести еще с помощью магазина Boombox себе весь комплект. Ждем новых поступлений. Хорошо. Ну, собственно говоря, моя практика с этими тарелками в основном связана с оркестровой музыкой. Вот, я уже больше 10 лет использую как тарелки для установки, так и тарелки оркестровые Босфорус. Вот. Про них замечательно сказал Джефф Хэмилтон, что это тарелки Босфорус в музыке, это как чай с сахаром. Сахар есть, чай сладкий, но сахара не видно, и он не режет уши. В данном случае это тарелки Босфорус.